Эти кадры сняты в 1975 году во время закладки парка в честь победы в Великой Отечественной войне. Строил весь город – военные и гражданские моряки, судостроители, медики, железнодорожники, школьники и студенты. Здесь были посажены аллеи городов-героев. А чтобы московские березки и ленинградские липы смогли расти на каменистой севастопольской почве, из Бреста привезли целый железнодорожный состав с землей. Здесь сажали аллеи олимпийцев, медиков, воинов-афганцев. Сегодня нужно постараться, чтобы отыскать эти аллеи в зарослях травы и сухостоя, рассказывает Александр Георгиевич, офицер Черноморского флота, который помнит парк совсем другим. Эти аллеи, где эти аллеи героев? Нету деревьев, вот высохшие, полностью высохшие в огромной территории деревьев. Когда-то этот парк одно время обслуживал предприятие «Зеленитель». Как-то вырезали сухие деревья, что-то поливали. На сегодняшний день ничего этого не происходит. Обидно, что в городе Герои Севастополя перед Днем Победы этот парк в таком запущенном и плачевном состоянии. То здесь, то там мертвые деревья. Сухие ветки проглядывают сквозь молодую листву. Состояние парка удручает и специалиста-дендролога. Говорит, то, что парк не засох совсем, заслуга озеленителей из далекого 75-го года. Именно они выбрали для парка засухоустойчивые растения. Но даже их нужно время от времени поливать. Хотя бы реликтовые краснокнижные экземпляры, вроде земляничника мелкоплодного. В городе их можно пересчитать по пальцам. И одни из немногих, которые растут все-таки в городской флоре, мы видим здесь. Но если обратить внимание на это растение, то очень много сухих веток присутствует, которые, естественно, необходимо срочно удалять. Так как мертвая древесина является рассадником вредных насекомых, грибковых заболеваний для других растений. Увидеть декоративную высадку в этом неряшливом нагромождении разномастных кустов сегодня под силу лишь специалисту. Подразумевалось, что здесь будет многоуровневая стрижка. Например, розмарин самый низкий уровень будет иметь, туя восточная стрижная чуть повыше, кипарис вечно зеленый еще выше, кипарис аризонский образует верхний ярус. Но сейчас стрижка не проводилась очень давно, и растение, и эта аллея имеет очень неприглядный вид. Редкие растения – редкие вредители, рассказывает озеленитель. Лет 10 назад в Крыму появилась листобложка, которая вредит альбиции ленкоранской. Вредитель не имеет естественных врагов и наносит непоправимый ущерб растениям. 3 года назад в город завезли не менее опасного вредителя, который вредит самшиту. Это самшитовая огневка. Почти полностью может уничтожить растение самшита за считанные дни. Ну, понятно, что в парке нельзя пользоваться ядами, поскольку это все-таки зона отдыха. Но уж, по крайней мере, биопрепараты применять необходимо. Любители пикников и шашлыков – не менее важная для парка проблема, считает председатель Совета Гагаринского муниципального округа Алексей Ярусов. Львиная доля здешней растительности – легко воспламеняющиеся хвойные породы. Власти Гагаринского района обещают привлекать полицию. Будем обращаться в полицию Севастополя, в благоустройство, чтобы все-таки этих людей сыграли на предупреждение и прекратили массово использование этой территории под шашлыки, потому что все-таки это территория, которая для отдыха в большей степени. Специалисты и местные жители сходятся в одном. Чтобы сохранить первоначальный облик парка, нужен квалифицированный уход. Если власти на уровне правительства города не займутся решением проблемы, то Парк Победы, каким его помнят севастопольцы, останется лишь на старых фотографиях. Светлана Щербакова, Дмитрий Лелека, Севинформбюро.